Всем привет! Здравствуйте, дорогие невесты! С вами Ирина Амурова, и сегодня мы составим с вами чек-лист, как подготовиться к выездной регистрации брака на отлично. На самом деле я уже составила его за вас, поэтому все, что от вас требуется, это перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать этот чек-лист себе. Там ровно 30 пунктов, прочитав которые и применив которые в своей свадебной подготовке, вы сделаете выездную регистрацию на отлично. Это полезный чек-лист из 30 пунктов, поэтому не закрывайте на него глаза. Каждый из пунктов, что представлен в этом списке, имеет огромное значение и играет важную роль при организации выездной регистрации. Но сегодня мы с вами не будем разбирать все 30. Сегодня мы возьмем 5 пунктов, которые, на мой взгляд, являются наиболее важными, на которые нужно обращать внимание в первую очередь. Итак, поехали! Первый, хотя в моем списке этот пункт значится под номером 4, это не учесть погодные условия при выездной регистрации на улице. Это страшный пробел в организации выездной регистрации, потому что если вы проводите свадьбу и свадебную церемонию на улице, любой погодный фактор нужно учитывать, будь то солнце, будь то ветер, будь то дождь. Как правило, именно дождь портит выездную регистрацию, поэтому будьте любезны, подготовьтесь. Поехали дальше. Забыть про звуковое сопровождение или воспользоваться местным. Звук на выездной регистрации имеет огромное значение. Это не только те треки, которые вы выберете на музыкальный фон. Это не только песни, под которые вы будете выходить. Это в первую очередь качество звучания. В первую очередь качество звучания микрофона, ну и, конечно же, качество работы колонок. То есть звук вам на 100% может испортить восприятие гостями выездной регистрации, а это значит всю выездную регистрацию. Поэтому на звуковое сопровождение обращаем внимание. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Двигаемся дальше, и под номером 3 у нас сэкономить на декоре и оформить выездную старыми искусственными цветами или самостоятельно. Ну, по поводу самостоятельно здесь и говорить не о чем, а вот что касается искусственных цветов, это, конечно же, может быть большим разочарованием. Выбирая для своей выездной регистрации искусственные цветы, посмотрите на них, уточните, какие они будут, для того, чтобы вам было не стыдно и не противно самим стоять на выездной регистрации вот под этой аркой. Едем дальше, и под номером 4 у нас назначить сбор гостей за 30 минут до начала церемонии. Здесь я долго рассказывать не буду, но если ваша церемония назначена на 16:00, а 150 человек гостей приглашены на 15:30, будьте уверены, ваша выездная регистрация в 16:00 не начнется. Весь ваш тайминг, который вы составляли с ведущим, пойдет коту под хвост. Извините, и вся программа собьется. Делайте выводы и назначайте, особенно если у вас достаточно большое количество гостей и свадьба проходит где-то в Подмосковье или где-то не в черте города, если вы, например, живете не в Москве. Не закладывайте мало времени. Что ж, последний пункт, который я бы хотела сегодня с вами обсудить, звучит так. Не обсудить сценарий свадебной церемонии с церемониймейстером. Это, конечно, тоже большое упущение, потому что многие думают о том, что сценарий свадебной церемонии – это вышел жених, вышла невеста, регистратор там что-то полялякал, поговорил, обменялись кольцами и все. И дальше целуемся. Так вот, выездная регистрация, а вернее свадебная церемония, это гораздо больше. И то, что вы нарисовали у себя в голове, это лишь образы. Когда наступит момент X, поверьте, все эти образы перемешаются, вас будет колотить, и вы совершенно не будете представлять, что вам нужно будет делать. Вы даже не будете понимать, в какой момент вам выходить, кто первый берет колечки, когда ставить подписи, поднесут ли вам микрофончик на клятвы, что вообще когда говорить. То есть очень много будет вопросов возникать непосредственно вот в эту вот последнюю минуту перед церемонией. Чтобы этого не случилось, обсудите сценарий свадебной церемонии, последовательность выходов, последовательность действий, кто за кем идет, кто что зачем делает.
Это немаловажно для того, чтобы, пускай знать не все, но хотя бы иметь в голове четкую схему или какие-то знаковые фразы, кодовые слова, главные слова, которые позволят вам ориентироваться. Во всяком случае, проговорите с ним, с церемониймейстером. Это все для того, чтобы быть спокойными. Мы разобрали с вами только 5 пунктов. На мой взгляд, это основные 5 пунктов, которые в первую очередь сказываются на качестве выездной регистрации. Оставшиеся 25 немаловажные, то есть если вы хотите сделать свою выездную регистрацию на отлично, чтобы порадовать себя и своих гостей и оставить вкусную эмоцию, то ознакомьтесь со всеми 30 пунктами, которые я для вас оставила в памятке, которая называется чек-лист. Так, сейчас точно. Она называется «30 ошибок невесты». Я надеюсь, что для вас это видео было полезным. С вами была Ирина Амурова. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. До встречи на следующей неделе. Пока-пока!